Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить суп из кабачков. Для приготовления супа нам понадобится 2,5 литра воды, 800 грамм филе куриных грудок, 2 кабачка, 2 луковицы, 3 помидора, 8 картофелин, пучок укропа, 1 морковь, 1 столовая ложка соли, 3 лавровых листа, 3 столовых ложки подсолнечного масла. Лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на крупной терке. В кастрюлю наливаем подсолнечное масло. Добавляем репчатый лук. Обжариваем его до золотистого цвета. К луку добавляем морковь. Обжариваем ее до мягкости. Картофель нарезаем мелкими кубиками. Кабачки нарезаем мелкими кубиками. Помидоры нарезаем мелкими кубиками. Кабачки, картофель. Помидоры добавляем в кастрюлю. Солим. Добавляем лавровый лист и наливаем воду. Варим до готовности картофеля. Мелко нарезаем укроп. Мясо нарезаем мелкими кубиками.
суп добавляем укроп, добавляем мясо. Перемешиваем. Добавляем до края кастрюли воды и доводим до кипения. Варим до готовности мяса. Суп готов. Приятного аппетита!